Камера, мотор. Начали. Киногородок – это место, где время замерло. Итак, куда можно съездить одним днем, чтобы погулять по улицам других эпох и сфотографироваться в позапрошлом веке без всякого фотошопа и прочей магии? Пилигрим Порто. Самое главное во всей этой истории. Оп. Этот киногородок был построен в 2010 году для съемок сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии». Провинциальный английский город 18 века воссоздан с удивительной точностью профессиональными художниками-декораторами. Построено около 40 маленьких и больших построек. Некоторые из них бутафорские фасады. В другие можно зайти и... Например, посидеть немного в тюрьме или за столом в таверне, что позволяет отлично провести время, погрузившись в атмосферу старинного европейского города. Вход, в отличие от других киногородков, платный – от 100 до 200 рублей с человека. Пиратский корабль в Пилигрим Порто. Рядом с городом, прямо в поле, стоит пиратский корабль. На него можно подняться и походить по палубе между мачт и снастей. При покупке билетов уточните, можно ли зайти в трюм. В интернете есть информация о том, что туда можно зайти, но я не знала и при мне никто не заходил. Также с корабля открывается отличная панорама на средневековый город. Как добраться до киногородка? Читайте под этим видео. А я приехала на велосипеде. И вон мой велосипед. Сегодня простоял здесь целый день. Ну что, 4 часа назад, и я дома. Осталось совсем чуть-чуть, 4 часа обратно. Так как... Киногородок находится на территории усадьбы Середникова, то заодно можно зайти и туда. Но я все же разделила эти походы на 2 дня. Вход тоже платный, 100 рублей. Подписывайся на мой канал, ставь лайк. Пока-пока!